Для участников? Да. Тренер подошел и взял на участника. Да. То есть после для всех ребятишек подойдите и дадите все сертификаты. А сейчас торжественный момент, я просто всем объявляю. Санкт-Петербургскому клубу исполнилось 35 лет. Федерация. 35 лет, и дата такая, ну, как бы хотелось бы поблагодарить всех докторов, спортсменов, ведущих, ну, пожелать им крепкого здоровья, естественно, ну, и успехов в жизни, спорте, ну, соответственно, хотелось бы учить память знать в связи с этим. А так? Вот! Так, ну, станьте нормально, вот так, на одной линии. Поближе, на одной линии, расстаньте. Организованной кучей. Вот так, на одной линии. Так, ну, в первую очередь, хотелось бы благодарить Александра Ивановича, потому что мы с 35 лет, он здесь приезжает к нам уже 92-го года, наверное. 92-й год его приехал. 93-й, да. Ну, а так уже занимаемся столько лет. Большое спасибо. Я хотел тоже, Аркадий, поблагодарить за работу. Федерация работает и жива. Да. Сколько людей уходило, приходило. Вот Аркадий ведет большую трудную работу, и все выводы ему помогают. С 88 года федерация нас как бы зарегистрировалась. В ноябре как раз. В ноябре мы там... Ну, я скажу честно, Ленинград, ребята постарались. Вот такая вот медаль. Полезно. Спасибо. Да, ты вручай. Я уже получил, я по этой стороне. Кульгачев Алексей. Стойте рядом. Никин Андрей. Прокопьев Александр. В развитии Кёкушинкай в Санкт-Петербурге и в знаменование нашей 35-летия, нашего 35-летия. Спасибо. Так, региональный представитель у нас, который с нами работал, Олени Напел. Региональный по северо-западному федеральному. Кто? Мурманск, Карелия. Кто региональный представитель? А у нас нет. А значит, кто главный? Ирина, может. Ира, выходи. Давай, Ира, выходи. Потом, кто у нас еще, какой область? Этот, Ленинград, Нижний, это Новгород. Вот у нас и... Не Нижний, Новгород. Новгород. Все, да? Сыктывкар. Нет, у нас будет. Ну, давай тоже на память. Им тоже.
Спасибо вам тоже за старание с нами работать. Ну и Паша, тебе тоже. Все, спасибо. Так, еще хочу сказать немножко сейчас. Значит, ребята, у нас тут и спортсменов еще не все. У нас будет проходить чемпионат Уберинского города в феврале. Там будут турниры, то есть покаты будут выступать. И, соответственно, те спортсмены, которые там будут, там у нас много еще чемпионов России, мира. Ну, хотел бы всех поблагодарить, поэтому там будет такой этап награждения вот этими памятными медалями. Так, а теперь кто награжден, давайте вместе фотографируем. Всем спасибо большое. Давайте. Александр Иванович, потому что, медаль... Ну, я говорю, все вместе надо. Так, надо... Так, все разбежались. Все разбежались. Оставьте вариант. Давайте. Так, быстренько. Кто с медалями сюда, быстро. Тима, фотоаппарат. Давайте так, заставим. Быстрее. Санек, давай. Справишься? Да. Вижу. У нас будет праздничный фото. Один меня брать. Катя, возьми телефон. Я возьму телефон. Еще раз. Еще раз. Еще телефон из чего? Ну, это тоже надо. Oof.